В Саратове продолжается борьба с незаконной торговлей. В торговых рядах, расположенных на аллее Роз, возле крытого рынка, состоялся рейд, в котором приняли участие представители администрации Саратова и полицейские. Напомним, срок действия договора аренды земельного участка, заключенного между администрацией и предпринимателями, истек еще в конце 2013 года. В продлении договора компании было отказано. Начались судебные тяжбы, по итогам которых представителям торговли все-таки придется освободить занимаемую ими муниципалитет. Собственность. Судебные инстанции подтвердили отсутствие у них прав на данный участок, а значит, законные основания для осуществления торговой деятельности отсутствуют. Этот участок предоставлен в постоянное пользование администрации Фрунзенского района для размещения парков культуры и отдыха, городских садов и скверов. Предприниматели таким образом осуществляют свою деятельность с нарушением административного законодательства. В ходе рейда им вручили уведомления, изъяли контрафактную продукцию и составили протоколы о нарушениях. Мероприятия эти проводятся уже с февраля месяца, что со всеми, с каждым практически предпринимателем проводили профилактические беседы, предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства. В том числе параллельно с нами проводила эту работу и администрация, и Фрунзенского района, и администрация города Саратова. На данной территории осуществление торговой деятельности незаконно. В связи с тем, что данный земельный участок передан в пользование администрации Фрунзенского района для проведения работ по благоустройству и организации здесь сквера.